Тверичанам объявили расценки на аттракционы и торговлю в парках города. Соответствующий документ появился на сайте администрации Твери. 130 рублей придется заплатить за катание на наиболее известных и популярных аттракционах. Колесо обозрения, ромашка, ракушки, зорб, веломобили и бамперные лодки. Цены на развлечения для детей останутся прежними – 80 рублей. Кроме того, утверждена стоимость на скалодром, автодром и на прохождение веревочного парка – 150 и 200 рублей соответственно. Подробнее об измененных расценках можно будет узнать на сайте медиагруппы tp.tver.ru.